Эти нежные и красивые цветочные композиции сделаны руками самых маленьких в букетах розы, хризантемы, гортензии, веточки эвкалипта. И, конечно, капелька фантазии каждого, кто пришел на бесплатный мастер-класс. Его провели в рамках совместной благотворительной акции сотрудников цветочного магазина и большого Машкинского приюта для собак. Мы собираем композиции в нашей стилистике нашего магазина, скажем так, то есть рассказываем, показываем, как это все делается, чтобы цветочки дольше жили, как это нужно подрезать, куда ставить. Также композицию цветочную они могут забрать с собой, подарить маме, бабушке. Это будет наш первый опыт, в дальнейшем мы собираемся уже в этом развиваться. Юда и Лиди постарались на славу. Букеты подарили мамам. Мастер-класс по достоинству оценили маленькие флористы. Тебе понравилось? Да. Что рисовала, расскажи. Котика Симба. Я еще собачку буду такую рисовать. Главная изюминка этой благотворительной акции. Каждый участник внес свой вклад в поддержку приютов для собак. Так, 11-летняя Маша пришла на мастер-класс с мамой и своим четвероногим другом. В дар приюта передала большой пакет с кормом и вкусняшками для четвероногих друзей. А еще нарисовала яркий плакат. Я просто хорошо рисую и давно хотела это сделать. Я всегда любила животных и хотела им всегда помогать. Я жду, когда мне наконец-то исполнится 16, чтобы я тоже, помогала приютам и была частью этой команды. Дарили положительные эмоции и сами пушистые хвостики из большого Машкинского приюта. Волонтеры взяли с собой трех добрых и очень дружелюбных собак. Это милашка Вайт и Чайна. Они совсем маленькие, им менее года. Они, как и более 500 собак из приюта, желают поскорее обрести свой собственный дом. В приюте все собаки стерилизованы и привитые. Волонтеры рассказывают, абсолютно все идут на контакт с людьми. Они у нас есть на сайте, можно зайти почитать их описание. Собаки ласковые, добрые, любят людей, очень стремятся к общению с человеком. Собаки из приюта, они ничем не хуже покупных собак. Они такие же ласковые, добрые. Зачастую, благодаря своей истории, они даже более гибкие, более умные, более отзывчивые. Очень ценят человеческую заботу и внимание. Такие теплые встречи дарят ребятам и животным массу положительных эмоций, а общение с пушистыми братьями меньшими вызывает в детях доброту, отзывчивость и, конечно, воспитывает чувство сострадания к беззащитным. Через любовь к животным идет потом любовь к всему миру. А если человек не любит животных, это, по моему мнению, значит, он злой. Помочь нашим четвероногим, особенно нашим собакам, это такое благое дело. Цель сегодняшней акции – это как помощь собакам, которые находятся в приюте, привлечение внимания к этому приюту, соответственно, тем, кто там обитает. Сделали цветочные букеты, поиграли с собаками. Этот день точно оставил в сердцах юных химчан море добрых впечатлений. Анастасия Кравцовская, Вильфрид Димбковский, новости Химкитова.